Сижу я, пью свой кофе, никого не трогаю, как Рома Парыгин кидает мне ссылку на любопытную приложуху, которая называется «Горшкометр» или «Горшкометр», и тут я конкретно залип. И вот что мы с вами видим. Мы попадаем в меню, где первым пунктом идет концерты «Метр». Здесь мы с вами отмечаемся, какие концерты группы мы с вами посмотрели, а может быть даже посетили. Таким образом набираем очки. Далее, викторина, состоящая из 11 вопросов, довольно... Простые вопросы, на мой взгляд, но я на то и кишевед, чтобы знать ответы на них. Но мне кажется, что у вас тоже не возникнет проблем с отвечанием на эти вопросы. В какой песне группы Король и Шут слетела с петель в доме дверь? Скороговорка прям. Далее идет рубрика «Потеха», где нам предстоит перевернуть телефон. И мы видим горшка, который с помощью вот такого вот небольшого ведерочка собирает падающие объекты, такие как зубы, такие как оторванные головы, преимущественно, конечно, зубы, но и шприцы тут тоже просматриваются. Куриная нога, ели мясо мужики, какой-то, что это, лук, а может быть даже гениталии, сапоги, снятые с мертвеца, в общем, грибочки. Плюс-минус по мотивам текстов группы. И последняя штука – это достижение. Здесь, в общем-то, вы... можете увидеть, кто вы по рангу. Есть кишолог, но мне кажется, здесь должен быть кишовед, а не кишолог, как считаете. Вот такая приложуха, друзья, пользуйтесь.